Произошло то, что в меня попали снарядом из травматического пистолета. А как он выглядит? Ну, он выглядит как настоящий пистолет, только там патроны, он воздуховой, и патроны там еще не точно сказали, но говорят, что они железные. Не, а пулька вот сама как выглядит? Пулька, ну, вообще круглая, как ну, от вот этих игрушечных пистолетов. Вот, как шарик, да? Да, как шарик. А расскажи все с самого начала. Как вы... Ну, да, ну, мы пришли около 12 часов и пошли купаться тут, на этом пирсе. И мы хотели пойти на тот пирс, потому что он был больше. И когда там первый мальчик поплыл и прыгнул первый, мы услышали хлопок. Но мы не подумали, что это ну, сам патрон, тело вообще выстрел. Я потом пошел прыгать со своим другом Богданом, и когда он прыгнул, я услышал снова хлопок, и от испуга тоже побежал за ним прыгнуть с пирса. И потом услышал хлопок еще один, и потом, когда в воде был, я почувствовал боль. И потом обернулся и увидел, что охранник, ну, там калитка пластмассовая видно, просвечивается. Видно, что охранник убегает на другую сторону. А потом на этом береге мне помогли друзья выплыть, и няня моего друга продезинфицировала рану и заклеила. Там что-то кричали тогда, типа убегайте отсюда, чего вы сюда пришли? Нет, нам ничего не говорили, он там охранник тихо рылся в замке и там что-то переставлял. А он вообще, вот, ну вы его видели раньше, он злой, не злой? Не, мы вообще не видели. Мы видели только тут уборщика и все. Я не снимаю, здрасте. Так. А ты знал, что туда нельзя ходить? Не, ну говорили, что там это общий пляж. И ну, туда, что ихняя территория, это только за забором и все. А так, что мы прыгали именно, мы не залазили, мы ногами не вступали в песок сухой, мы не пачкали именно пирс. Оно все засыхало, потому что было очень жарко. Пирс был горячий.